Итак, добрый день. У нас сегодня с вами очередное заседание правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан. Мы сегодня с вами встречаемся вот здесь, на территории Москвы, в городской клинической больнице номер 67. Ну а говорить, конечно, будем о ряде проблем, которые актуальны не только для Москвы, но в значительной мере актуальны для наших разнообразных регионов. Проблем в здравоохранении хватает, несмотря на целый ряд решений, которые был принят в последнее время. Поэтому хотел бы также привлечь внимание всех к тому, что нужно эти проблемы открыто, в конструктивном, дружеском ключе обсуждать со всеми, не только с экспертным сообществом, хотя это важно, но и просто с гражданами, с нашим гражданским обществом, для того, чтобы те преобразования в здравоохранении, которые идут, они были людям понятны. На заседании правительства 17 октября мы утвердили программу гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи в 2014-2016 годах. Эти гарантии предусматривают равный доступ к услугам здравоохранения. Но что такое равный доступ? Это не просто набор принципов, а это физические возможности, обеспеченность получить медицинскую, возможность получить медицинскую услугу в самых разных местах нашей очень сложной страны. Поэтому мы сегодня с вами обсудим, как реализуется принцип доступности медицинской помощи на территории нашей страны. Поговорим об организации так называемых выездных форм этой работы, включая и такой, ну, сложный в техническом плане вопрос, как санитарную авиацию. Для нашей страны тема очень актуальная, как для целого ряда других стран, но, может быть, у нас она наиболее острый характер имеет, потому что у нас во многих регионах отмечается крайне низкая плотность населения. В случае, если требуется экстренная медицинская помощь, медикам приходится добираться очень далеко, на самых разных подручных средствах. Ну, я уж не говорю о том, что профилактика в таком случае становится очень трудной. Для решения этой проблемы региональными программами развития здравоохранения на 2012-2020 годы предусмотрена организация более чем 200 передвижных врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Сразу хочу сказать, потом в докладе у министра здравоохранения, у других коллег это, наверное, прозвучит. Сейчас в России работают 27 передвижных центров здоровья. Это приблизительно пятая часть от того, что нам нужно. 43 передвижные врачебные амбулатории, это приблизительно треть от того, что нам нужно. И 22 передвижных ФАПа, это, может быть, там шестая где-то часть от того, что нам нужно. Поэтому работа еще в этом плане непочатый край, еще буквально одна цифра у нас. Например, обеспеченность такими важными приборами, как маммографы, от расчетной потребности составляет всего 28%. Тем не менее, все равно шаг вперед и весьма значительный был сделан. И в этом году с помощью мобильных комплексов врачи смогли осмотреть свыше 340 тысяч граждан. Это, конечно, далеко не закрывает нашу потребность. Эта потребность гораздо выше. В передвижных врачебных амбулаториях, ФАПах, оказывается первичная медико-санитарная помощь. Прежде всего, конечно, сельским жителям, которые проживают в поселках численностью менее 100 человек. Но мы должны всегда при принятии решений помнить, что это точно такие же наши граждане. Вот мы вчера, кстати, говорили, например, про интернет, значит, и о необходимости добраться практически до любого поселка. Сегодня говорим о здравоохранении. Кстати, это вещи связанные, потому что использование телекоммуникационных технологий позволяет заниматься дистанционной медицинской помощью. А это очень важно. Вот мы сейчас только что в больнице смотрели как раз пример такой. Ну, Москва, она город, конечно, плотный, но даже здесь для того, чтобы добраться из одного места в другое, иногда часы тратятся. А так
Врачи связались друг с другом, посмотрели снимок, выработали тактику лечения. Выглядит все это весьма убедительно. Можно быстро принять решение. А что уж говорить о ситуациях, когда расстояние между населенными пунктами, например, между центром субъекта федерации и какой-то деревней, там сотни километров. У нас появились такие специализированные машины. Они разные, вот как мне Вероника Игоревна сказала, они на базе нашей техники и на базе иностранной техники, как вот мы сейчас смотрели здесь. Это и маршрутные автобусы, специализированные для доставки пациентов в поликлинике, и вот специализированные машины, и теплоходы здоровья, и поезда здоровья. В общем и целом, я считаю, что мы должны развивать различные формы здесь доставки пациентов, просто потому что страна разная, где-то водой удобно добираться. Еще одним вопросом, который я хотел бы сегодня обсудить, является развитие санитарно-авиационной службы. Совсем недавно, в среду, я проводил совещание по развитию региональной авиации. У нас там тоже есть движение вперед. Одним из видов региональной авиации, по сути, является санитарная авиация. Всего на поддержку региональной авиации мы запланировали в этом году израсходовать более 12 миллиардов рублей, включая, правда, и сеть малых аэродромов. Деньги не маленькие, но еще не такие, как нужны. Тем не менее, отрасль мы будем продолжать поддерживать, в том числе субсидиями из бюджета, которые компенсируют авиакомпаниям расходы на покупку самолетов, вертолетов или на приобретение их в лизинг. И на эти воздушные суда, если мы, например, договоримся о том, чтобы установить на них специальное медицинское оборудование, эти воздушные суда можно было бы использовать и в санитарной авиации. Причем нам нужно учитывать весь международный опыт организации процесса доставки людей санитарным транспортом, и не только наш собственный, но и иностранный. В советский период система санитарной авиации действовала и, в общем, приносила свою пользу. В больших городах санитарная авиация, а речь идет не только о деревнях, конечно, помогает оказать более быстро медицинскую помощь, включая высокотехнологичную, особенно доставка вертолетами. В условиях плотного транспортного потока экстренная медицинская помощь, особенно при ДТП, тоже, к сожалению, у нас осуществляется не так быстро, как нам бы хотелось. Поэтому наша задача приближать и медицинские средства, и соответствующие центры по оказанию медицинских услуг к наиболее оживленным, наиболее трудным местам для оказания неотложной помощи, для оказания экстренной медицинской помощи в течение максимально короткого времени. В пределах того, что принято называть золотым часом, во всяком случае, стремиться к этому. Другое направление я уже тоже сегодня обозначил, это дистанционное консультирование, использование телемедицинских консультаций. По видеосвязи можно не только проводить какие-то локальные консультации, что на самом деле очень важно для выработки тактики по конкретному случаю, но и организовывать консилиумы, проводить возможные там медицинские семинары. Поэтому регионам крайне важно развивать инфраструктуру высокоскоростной связи, о чем я уже сказал. И вчера мы действительно с членами правительства, с приглашенными губернаторами говорили о необходимости дальнейших шагов по преодолению так называемого цифрового неравенства. В нашей стране цифровое неравенство – это не только возможность там где-то поковыряться в компьютере, получить информацию, но это и вопрос жизни, именно из-за расстояний, которые в нашей стране существуют. Хотел бы также отметить, что это проблема ни одного Минздрава и точно уж ни одного правительства. В ней должны участвовать все власти, включая и региональные власти.